Утро. 11 часов. Начинаем. Сколько мама весит сегодня? Так. 66. Я не голая, я вижу там отражение. Мои в спальне. Там муж, по-моему, не одет, поэтому не снимаю. Пойду умываться. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня я решила с детками прогуляться в том самом парке, в котором мы часто в последнее время гуляли. Папа нас привез, мы еще сходили по делам насчет моего гражданства, там моя подпись нужна была. Папа нас привез и пошел в офис к себе на работу. Парк тут недалеко от его работы находится. Я с детками одна. Сынуля спит, дочь только проснулась. Погода отличная сегодня. Весна. Ну все, уже весна, в принципе, вступила в свое владение. Вот. Народу, так я смотрю, мы только зашли. Достаточно в парке, хотя сегодня не выходной день. Сегодня мы зашли с другого входа. Сейчас я переверну камеру и буду вам немножко снимать. В принципе, вы здесь все видели, наверное, не очень интересно, но все равно. Мне всегда интересно. Птички поют, такая прелесть. Ну и вороны, конечно же, как же без них. Мои птенчики тут спят. Сегодня мы пока собирались, сынуля капризничал, потому что он рано проснулся и хотел спать. Это было как раз время, когда ему нужно спать, ложиться. А мы начали собираться на улицу. И, естественно, он капризничал. Возмущался, пока я его одевала. Но стойко выдержался. Так, я не помню, я вообще в этой стороне гуляла или нет. В той стороне лунопарк справа. Наверное, гуляла, в принципе, не знаю. Ой, какая прелесть. На мне вот одна кофточка и сверху вот кардиган красный. И мне жарко. Ну не прям так жарко, что я обливаюсь потом, но мне тепло. Мне хорошо. Так, куда пойти? Пойти в зеленую гущу? Или так, по дорожке? Наверное, пока по дорожке пойду. Так, на машине сюда заезжать нельзя, знак. Ну, глупо было бы. Такс. Мне очень нравится вот в этом парке вот эти растения. Девочки написали, что это плющ. Вот он везде, он прям землю покрывает и красиво смотрится очень. Дорожка. Начинают уже вон там зеленые листочки появляться. Вот он, этот плющ, смотрите. Как красиво, да? Как в тропиках, как будто. Очень красиво. Сейчас посмотрю. Моя принцесса не спит. Дихрашка? Ты не спишь? Ты не спишь, мамин? Мамин птенчик не спит. Так, мы идем дальше. Мы идем дальше. Ой, я воды хочу. Так, я пока закрою камеру. Где-нибудь присядем мы. Потом сниму или в Инстаграм выйду прямой эфир, пообщаюсь со своими зрителями. Остановилась я возле озера. А, там уточки купаются, видите, да?
красотки. Вода чистая. Все, вот эта вот вся грязь на дне, а сама вода прозрачная, прям чистая. У них догонялки. Детки оба уснули. Доча тоже уснула. Чуть посижу здесь, чтобы они подышали немножко. О, здесь фотографа я вижу. Ну, посмотрим его фотографии. Сейчас что-нибудь придумаю. 2 лиры фотографии. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такая красота. О, там тоже этот бассейн заработал. В прошлый раз, когда мы здесь были, этот бассейн не работал. Я хочу пойти посмотреть на то дерево, помните, которое мне сказали, орхидея. Ой, блин. Орхидея. Какая я это все-таки... Не запоминаю ничего. Магнолия. Она была вон там, вот пустое дерево было, и с такими красивыми бутонами, которые должны вот-вот раскрыться. Я пойду туда и посмотрю, мне очень интересно посмотреть на то дерево. Вот этот бассейн уже полностью функционирует. Вода чистая, чистая, даже прям приятно смотреть. И вокруг цветочки, такая красота. Конечно, с красной помадой. Кстати, я очень люблю красную помаду, но не всегда, точнее редко ее делаю. Может быть, вечером, если на мне красная помада, то глаза я практически не крашу. Реснички, может быть, чуть-чуть. Все. А когда и красная помада, и стрелки, и темные тени. Ну, это все маскарадное, я не очень это все люблю. И не могу себе такое позволить. Ну, посмотрите, да, какие красивые цветы. Мимо них как можно пройти? Никак. Нельзя мимо такой красоты проходить. Очень-очень красиво. Они еще не все распустились. И вот так вон там до конца, не видите, вот так вот. Так. Теперь доча спит, сынуля проснулся. Быстро от солнца прячешься, да? А что ты тут прячешь? Мама же глазки твои спрятала от солнышка. Да. Пойдем. Пойдем. Я в поисках той магнолии, не помню, где она была. Представляете? Ну, где-то недалеко, потому что, в принципе, здесь у меня, когда я гуляю, маршрут один бывал. Сейчас я ее найду скоро. Синуль, ты что плюешься? Одной рукой управляю коляской. Вот у меня же спрашивали, насколько удобная коляска. Она очень удобная, очень маневренная. Очень просто. Гуляем, гуляем. Я уже мозоли натерла. Я надела сегодня свои ботинки, которые не надевала давно-давно. Ну, год точно я их не надевала. Так, цветочки. О, киски. Как же без кошек-то? Без кошек никак. Так, идем в поисках магнолии. Поболтала с мамой по видеосвязи, пока сидела там в парке. Мама приготовила чудушки из холияра. Кто живет в Дагестане, знает, что это такое. Здесь такой травы нет. Я обожаю просто эти чуду.
И она меня подразнила этими чудушками. Теперь вот я так хочу. Но не судьба. Так, пока закроюсь. Я нашла это дерево, но оно не расцвело еще. Видите? А листочки попадали уже, вон бутончики попадали. А как так? Я думала, что оно будет такое прям с раскрытыми бутончиками, но нет. Ой, как здесь пахнет травой. Вон там мужчина подрезает, делает свою работу. И вкусно пахнет травой везде. Цветочки, цветочки. Да? Вы мамины птенчики? У нас беседа с детьми. Да, сынуля? Да? Мама, тебя люблю. Да, конечно, люблю. Зихра, мама и тебя люблю. Ты знаешь об этом? Да, конечно, знаю. Они оба знают. Они у меня самые любимые, самые сладкие. Сейчас смесь буду давать. Сынули дам, потому что я его раньше кормила. Вот такой вот термос у меня всегда с собой, литровый. Покупала здесь, в Турции. Здесь хорошо сохраняется цветок. Пришел за нами наш папочка, и пришли мы в пиццерию. Пицца Бенедикт Экспресс называется. Место сели на улице, вот такое вот меню у них. Сейчас думаем, что заказать. Точнее, я думаю. А муж пошел за дочей, за старшей дочкой. Она живет здесь недалеко. И сейчас должна подойти, и вместе пообедаем. Точнее, это уже не обед, конечно, и еще не ужин. Ну, что-то между обедом и ужином. Вот так вот. А детки в коляске, оба спят. Они у меня спокойные, мешало. Принесли наши две пиццы. Мы заказали три. Кстати, здесь самая вкусная пицца, которую я пробовала. Это мясная. Здесь копченое что-то, запах я слышу. Пахнет вкусняшка. Без буну едик, да? Мы вот эту ели в прошлый раз. Она очень-очень вкусная. Мне понравилась пицца. Вот ждем третью. Вот наша красавица тоже постриглась. Где наша? Нерде? Вот так вот. Всем приятного аппетита, кто за столом. Нам тоже. А вот мамины и солнышки тоже щинули. Так, вроде спит, а вроде и не спит.